Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Сегодня я вам покажу слайм из геля, а не простого. Я вам его еще не показывала. Это гель от фирмы Луч, флуоресцентный, вот такой вот, ярко-ярко-розовый. Мне этот цвет очень нравится. Рецепт слайма очень прост. Я беру гель и просто его загущаю тетрабаратом натрия, разведенным с водой. Без добавления ничего лишнего. Ну что, пора делать слайм. Беру гель и выдавливаю все 5 тюбиков геля в емкость. Такой яркий цвет, они обычные, как ручка. Вообще их надо использовать для декорации. Предназначены они. И давайте будем выдавливать. И я забыла сказать самое главное. Я купила упаковочку вот этого геля за 90 рублей всего лишь. В принципе, довольно хорошая цена. Итак, я выдавила флуоресцентный гель, теперь надо подготовить загуститель. Я разведу тетрабарат натрия с водой 1:1. Итак, мой загуститель готов, теперь, собственно, мы приступаем к загущению слайма. Внезапный привет! Это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. Первый привет я передаю Айсу Кишкинтайн. Айсу Кишкинтайн, лови. Привет! Следующий привет я передаю Натусе Лав. Натусе Лав, лови. Привет! Третий привет в этом видео уходит Денису Семенову. Денис Семенов, лови. Привет! Следующий привет я передаю Соне Детковой. Соня Деткова, лови. Привет! И последний привет я передаю Асэм Бейсимбаевой. Асэм Бейсимбаева, лови. Привет! А если ты хочешь, чтобы я именно тебе передала привет в каком-то из моих видео, то пиши в комментариях, передай привет. Но есть два но. Во-первых, ты должен быть обязательно подписан на мой канал. Во-вторых, ты не должен переименовать свой аккаунт, а то я смотрю в списке приветов, а тебя уже не существует, и некому передавать привет. А также я попрошу ждать, потому что очередь на привет не маленькая. А так как я делаю все по-честному, все в порядке очереди. Поэтому всем тем, кому я ответила в комментариях на «Передай привет», что я записала в список приветов, я передаю привет. Только надо его дождаться. Итак, рубрика «Внезапный привет» закончена. Возвращаемся к нашему слайму из геля флуоресцентного. И я остановилась на предпоследнем шаге. Это его загустить. Ребят, смотрите, какой классный цвет. Но мне его надо загущать. Я чувствую, получится офигенный слайм. Видели, слайм начал собираться со стенок, теперь надо вывешивать его руками. Итак, ребят, я довершала наш слайм. Он очень красивый, прям такой яркий, очень. Мне прям очень нравится его цвет. Такой ярко-ярко-кислотно-розовый.
хорошо тянется в пленку, хрустит. Кликает. Да и просто так очень хорошо тянется. Давайте я попробую надуть из него пузырь. Смотрите, какой он такой. Довольно маленький. Ставь лайк, кому нравятся пузыри. С рожками. У него рога были. No! Ой, лопни. И еще раз давайте попробую надуть. Целых два сейчас получилось. Один маленький и побольше. Один маленький с очень маленькой пленочкой был. И последний заключительный раз. И еще раз. Смотрите, какой большой. Конечно, быстро сдулся, но все равно очень красивый был. Теперь я попробую надуть пузыри через трубочку. Беру стандартную коктейльную трубочку и кладу слайм. И надуваем. Смотрите, какой прикольненький. Смотрите, какой большой был. Еще больше. Из-за этого слайма офигенно получается надувать пузыри через трубочку. А давайте посмотрим на него крупным планом. Итак, смотрите, какой классный слайм, какой у него приятный цвет. Он тянется в пленку. Хрустит, кликает, у него есть абсолютно все свойства, которые должны быть у слайма. Ребят, у меня есть одно но. Я не знаю, как назвать этот вид слайма. Пишите в комментариях, как бы вы его назвали. Может быть, именно ваше имя появится у этого слайма. А если вы хотите посмотреть еще видео с другими гелями, переходите по этим ссылочкам. А также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!